Мы продолжаем выпуск. О гендерной политике сегодня поговорили деловые женщины Карагандинской области. Члены Ассоциации деловых женщин региона обсудили актуальные вопросы в области равенства мужчин и женщин. Наш корреспондент Пек Абдинов расскажет подробнее. Целью встречи было определение перспектив развития организации, обсуждение актуальных вопросов, активное участие в широкомасштабном гендерном просвещении населения, а также создание банка идей, проектов и инициатив по решению актуальных социально- и общественно-политических проблем страны. Также свое участие принял президент Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсимбаева. На сегодняшний день это такие три целевые группы, с которыми мы работаем. Это в первую очередь, конечно, женщины-предприниматели, и представление их интересов, лоббирование их интересов. Вторая целевая группа – это те, кто нуждается в нашей помощи. Конечно, это тоже женщины. Это те женщины, которые в силу разных причин остались неудел. В работе ассоциации участие также приняли заместитель акима Карагандинской области Жамбол Жилбаев и депутаты областного и городского маслихата. Раушан Сарсимбаева дала небольшой мастер-класс, целью которого являлось повышение общественного статуса женщин, оценка их весомого вклада в развитие и процветание независимого Казахстана. Чем больше мягкости, чем гибкости, все, что природа в ней изначально заложила, и эта женщина еще не успела в себе убить, тем более она интересна мужчине. Заседание Ассоциации деловых женщин Карагандинской области в рамках реализации стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы с участием президента Ассоциации деловых женщин Казахстана прошло успешно. Бек Абдинов, Олжас Кабасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.